Ивановцы получили премию Центрального федерального округа в области литературы и искусства за 2013 год. Из 6 наград 3 достались нашему региону. Лучшим творческим произведением для детей и молодежи признан спектакль Ивановской филармонии «Война of On». На торжественной церемонии в Большом выставочном зале Российской академии художеств ивановцы покажут отрывок из этого произведения. В архитектуре также отмечены наши земляки. Памятник «Хоккейное братство» в память о «Локомотиве» признан одним из лучших проектов 2013 года. Это результат работы творческой группы архитекторов, в составе которой один ярославец и два жителя Иваново – Владимир Кауров и Владимир Демьяненко. Ну и третья награда, тоже очень приятная, поощрительная премия «Наш литературовед» Александр Романов. Он создал такой титанический труд по изучению творческого наследия Константина Бальмонта, тоже нашего земляка. Здесь и дневники, здесь и воспоминания, здесь и письма.